Герои нашей сегодняшней программы – Александра Васильевича Суворова, вся Россия знает в лицо. Военные историки называют его уникальным, ведь за 50 лет службы он вел исключительно наступательные операции и ни разу не участвовал в оборонительной войне. Величайший полководец, прошедший путь от солдата до генералиссимуса, без преувеличений – народный любимец, герой легенд и анекдотов, полководец, не проигравший ни одного сражения, несгибаемый аскет и эксцентричный чудак. Ты герой? Хват, орел! Вот так орлом и оставайся, а то синица. Спасибо, Платоныч, за нового героя. О нем написаны сотни книг, тысячи статей и научных монографий, сняты десятки фильмов. Его науку побеждать уже более 200 лет изучают в российских и зарубежных училищах и академиях. Заповеди Суворова до сих пор не теряют актуальности, а многие из них стали крылатыми. «Жизнь и судьба» Александра Васильевича – это великий роман, в котором много чрезвычайно интересного. Надеюсь, матушка-царица мне в этом не откажет, ибо солдат для Отечества превыше всего. Шпага Суворова завоевала для России Крым и Варшаву, показала себя в Финляндии и на Кубани. Вы уже знаете, что героями нашей программы становятся люди, которые прославили Донской край, родились здесь, жили или работали, или сделали для Донской земли что-то хорошее и прочно вошли в историю Донского края. Каким образом Александр Васильевич связан с Донской землей, я обязательно расскажу сегодня. Но обо всем по порядку, и начнем мы с детства Александра Суворова. По поводу даты рождения Александра Суворова существует несколько версий. В короткой автобиографической записке Суворов писал: «Я родился 1730 года 13 ноября». Это наиболее достоверная дата рождения Александра Васильевича. В научной литературе фигурирует и другой год рождения полководца – 1729. В те времена к датам относились невнимательно. Граф Дмитрий Хвостов, муж племянницы и закадычный друг Суворова, принял решение указать на надгробном камне именно 1729 год. Но все же многие исследователи, отталкиваясь от биографической записки, признают годом рождения полководца 1730 год. Отец нашего героя Василий Иванович Суворов начал службу в юные годы денщиком и переводчиком Петра Великого, будучи крестником неуемного государя. Дед полководца Иван Григорьевич Суворов служил генеральным писарем лейб-гвардии Преображенского полка, а какое-то время занимал эту должность и в Преображенском приказе, то есть в могущественной спецслужбе. Ему доверяли. Фактически именно он руководил штабом полка. Кстати, Московская Суворовская улица, впадающая в Преображенскую площадь, предположительно была названа в честь жившего здесь Ивана Суворова. В его доме бывал первый русский император, крестивший Василия Ивановича Суворова. Где родился Александр Суворов? На этот вопрос исследователи до сих пор не дали окончательного ответа. Наиболее вероятным местом рождения можно признать дом на Арбате. Нарекли его в честь святого Александра Невского. В детстве будущий генералиссимус был болезненным и хилым ребенком. Авдотья Федосеевна умерла рано, примерно в 1740 году. Отец – человек осторожный и осмотрительный, и не мечтал о военной славе для любимого сына. Но все же с ранних лет Саша Суворов мысленно посвятил себя военной славе Отечества. Это был осознанный и серьезный выбор с самого детства. В доме Суворовых имелась изрядная библиотека, открывавшая мальчику целый мир, который оказался куда увлекательнее реальности. Маленький Саша десятки раз перечитывал излюбленные страницы, описывающие военные подвиги героев древней, средневековой и новой истории. И уже тогда мечтал о своих победах. Юный Саша также понимал, что для будущих побед необходимо упражняться и физически, и умственно. Он воспитывал себя в спартанском духе, отказался от мягких перин и теплой шубы. Однажды гостивший в доме Суворовых генерал Абрам Ганнибал заметил, что маленький Саша, играя в солдатики, весьма грамотно ведет бой и владеет тактикой. Ганнибал посоветовал Суворову-старшему выбрать сыну военную специальность. Интересный факт из жизни Суворова.
Своей наружности Александр Васильевич не любил. Его облик не соответствовал осяновским представлениям о герое. Невысокого роста, щуплый. Кстати, в помещениях, где останавливался Суворов, не было зеркал. Это было требование великого полководца. Не любил Суворов и позировать художником. Будучи на вершине славы, эту повинность он отбывал с неохотой. Достоверных портретов юного и молодого Суворова не существует. Впервые художник запечатлел Александра Васильевича, уже знаменитого генерала, в 1780 году на 50-м году жизни в Астрахани. Но вернемся к истокам. В 22-й день октября 1742 года 12-летнего Сашу Суворова записали солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк, располагавшийся на Яузе по соседству с Покровским. К тому времени он уже получил домашнее начальное образование. После зачисления в полк по традиции новобранец получил отпуск для продолжения домашней службы. Многим наукам отец учил сына самолично – и иностранным языкам, и военным дисциплинам. Действительную службу Суворов начал капралом. 1 января 1748 года вышел приказ, явившемуся из отпуска 8-й роты капралу Суворову быть при 3-й роте. Караульная служба в Летнем саду, в Адмиралтейской крепости и в Петергофе была основной обязанностью семеновцев. Они не только охраняли царский покой от возможных нападений, но и следили за пожарным случаем, наблюдая на чердаках за печными трубами. Суворов всем своим сердцем проникся почетным долгом царевой охраны. Другие офицеры часто отлынивали от караульной службы, нанимали солдат, которые и отстаивали дежурство за них. Но Александр Васильевич относился к дежурствам ревностно, знал наизусть статьи устава, посвященные обязанностям часового, и, напротив, нередко выручал товарищей, подменяя их на караульном посту. Однажды, на заре военной карьеры, случилось знаменательное событие в жизни Суворова. Когда он стоял в карауле в Петергофе, мимо проходила царица Елизавета Петровна. Капрал так молодцевато отдал ей комплимент, что царица остановилась и поинтересовалась его именем. Узнав, что он сын Василия Ивановича Суворова, крестника ее отца, она вынула серебряный рубль и подала Александру Васильевичу. «Государыня, не возьму», – почтительно сказал Суворов. «Закон воспрещает солдату брать деньги, стоя на часах». «Молодец! Знаешь службу», – ответила дочь Петра и потрепала по щеке юного капрала. Елизавета Петровна положила рубль к его ногам. «Возьми, когда сменишься». Монету Александр Васильевич хранил всю жизнь. Формирование и становление Александра Суворова как полководца происходило во время двух русско-турецких войн в победный век императрицы Екатерины II. В 1770 году, став генерал-майором, он участвовал в войне с турками, правда, на ее заключительном этапе, командуя отдельным отрядом. Но дарование Суворова как тактика, так и оригинального стратега полностью раскрылось во время Второй войны с турками. В 1789 году русско-австрийские войска под его началом нанесли сокрушительное поражение туркам под Факшани, а потом на реке Рымник. Эти победы в корне изменили стратегическую обстановку на театре военных действий в пользу русской армии. Но особенно яркой победой Александра Суворова стал стремительный штурм, считавшийся неприступной турецкой крепости Измаил в 1790 году. Участники кровопролитной измаильской баталии по праву гордились, что в тот день сражались под командой Суворова, а это событие вошло в аналы русской истории наравне с Полтавской битвой и Бородинским сражением. Военные успехи принесли полководцу и новые награды. За эту войну он получил высшие российские ордена – святого Андрея Первозванного и святого Георгия первого класса, а также был пожалован с потомством титулом графа Рымникского. Следующим этапом боевой биографии Александра Суворова стало командование русскими войсками против польских конфедератов. Речь идет о польском восстании в 1794 году.
Прибытие Суворова в Польшу сразу же переломило ситуацию в пользу русских. Поляки стали терпеть одно поражение за другим, а после штурма Праги, укрепленного предместья Варшавы, конфедераты сложили оружие и капитулировали. За успешные военные действия в Польше Александр Васильевич получил чин генерал-фельдмаршала. Каким же образом Александр Васильевич оказался на Донской земле? Об этом сейчас расскажу. 5 января 1778 года Суворов принял командование Кубанским корпусом, штаб которого находился в крепости Святого Дмитрия Ростовского. Этот корпус успешно действовал против турок в прошедшей войне и был оставлен здесь для охраны южных рубежей. Новый командующий должен был принять меры для обуздания ногайских орд от смятений, поддерживаемых из Крыма. Здесь, в донских и кубанских степях, вынашивал Суворов основы своего военного искусства, взорвавшего традиционные, рутинные представления о ведении боя регулярными войсками. Огромные степные пространства требовали от войск подвижности, постоянного маневрирования, сочетания оборонительной тактики с быстрым переходом к преследованию отступающего противника. Эти элементы тактики, подсказанные действиями на Дону и Кубани, стали существенной частью суворовской военной теории. Свою бытность в Крыму Суворов развернул кипучую военную и дипломатическую деятельность. Но помимо этого, на Александра Васильевича была возложена еще одна большая и ответственная задача – переселить христианское население Крыма в Азовскую и Новороссийскую губернии. 17 мая 1778 года князь Потемкин предложил ему организовать запланированное переселение. Не теряя времени, Александр Васильевич приступил к выполнению этого поручения, хотя хорошо представлял сложность задачи и все трудности, связанные с нею. Начав подготовительную работу, Суворов наряду с другими мероприятиями установил постоянную связь с греческими и армянскими духовными лицами, часто встречался и советовался с ними, давал им необходимые указания для организации переселения. Через них и других влиятельных лиц он поддерживал контакт с населением, принимал его представителей, увещевал их. Призыв Суворова к переселению нашел широкий отклик среди христианского населения Крыма. В результате энергичной деятельности великого полководца вскоре почти все армянское и греческое население полуострова выразило согласие переехать в Россию. Подготовительная работа по организации переселения армянского и греческого населения вначале проводилась тайно. Когда же слухи об этом дошли до крымского хана, то он и вместе с ним почти вся феодальная знать выразили категорический протест. Татарские беи, аги и мурзы во главе с Шагингерейханом стали прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы не допустить переселения, так как армянское и греческое население Крыма являлось для них одним из главных объектов эксплуатации и источником доходов. Они терроризировали тех, кто выражал желание переселиться, организовывали нападения на армян и греков, сеяли страх, выступали против Суворова, жаловались на него в Петербург, старались даже оклеветать его. Но Суворов не поддавался всем этим угрозам и ухищрениям. Он давал нужный отпор крымским феодалам и выполнял поставленные задачи со свойственной ему энергией. Переезд армянского и греческого населения из Крыма в Азовскую и Новороссийскую губернии совершался по группам, на повозках самих переселенцев и на повозках, которые по требованию Суворова были выделены для этой цели азовским губернатором, генерал-поручиком Чертковым. Суворов следил за начатым им делом, предпринимал ряд мер, облегчавших положение переселенцев в пути, сообщал правительству Екатерины II об их нуждах и требованиях, о возникающих затруднениях. Александр Васильевич просил вмешательства и финансовой помощи со стороны правительства. Переселение в основном закончилось в середине сентября 1778 года, хотя оно продолжалось отдельными группами и в последующие месяцы. В своем рапорте от 18 сентября Суворов сообщил: «Вывод крымских христиан окончен, обоего пола отправилась в Азовскую губернию
31 098 душ. Армяне в основном поселились в Таганрогском градоначальстве в районе крепости Святого Дмитрия Ростовского, ныне город Ростов-на-Дону, и основали город Нор-Нахичеван. Недалеко от Нахичевана было основано также 5 армянских сел – Чалтырь, Мецсала, Покрсала, Топти и Несвита. Итак, можно смело утверждать, что переселение армянского населения Крыма в Азовскую губернию, основание армянского города Нор-Нахичевана, создание армянской колонии на Дону тесно связаны с именем великого полководца Александра Васильевича Суворова. О чудачествах Александра Васильевича ходили легенды. Обо всех смешных случаях из жизни великого полководца, конечно же, я не расскажу. Не хватит эфирного времени. Охвачу лишь некоторые случаи. Так, например, по воспоминаниям современников, Александр Суворов всегда легко одевался, даже в суровые морозы. Императрица Екатерина II подарила ему роскошную шубу и строго-настрого повелела ее носить. Не имея возможности ослушаться приказа, полководец выполнил его, но по-своему. Одевался он, как и прежде, а шубу возил на коленях. Несмотря на свою морозоустойчивость, Суворов всегда поддерживал в штабе такую высокую температуру, что все, кроме него, испытывали дискомфорт. Был и еще один интересный случай. Князь Григорий Александрович Потемкин, у которого генерал Суворов находился в подчинении, беспрестанно просился к Александру Васильевичу на обед. Суворов всячески уклонялся, но, наконец, вынужден был пригласить его с многочисленной свитой. Тотчас Суворов призвал к себе искуснейшего при князе метрдотеля Матане, поручил ему изготовить великолепнейший стол и не щадить денег. А для себя велел своему повару Мишке приготовить 2 постных блюда. Стол был самый роскошный и удивил даже самого Потемкина. Но сам Суворов, кроме своих 2 блюд, под предлогом нездоровья и поста, ни до чего не докасался. На другой день, когда метрдотель принес ему счет, простиравшийся за 1000 рублей, то он, написав на нем «Я ничего не ел», отправил князю, который тотчас заплатил и сказал «Дорого стоит мне Суворов». Во время знаменитого путешествия Екатерины на юг, Суворов на ее вопрос, какой же он желает награды за блестящее состояние вверенного ему войска, в присутствии многочисленного общества попросил ее заплатить несколько рублей за квартиру, за которую будто бы задолжал. Императрица оценила его показную скромность и наградила драгоценной табакеркой с вензелем императрицы, о которой Суворов написал одному из своих управляющих. «А я за гулянье получил табакерку в 7000 рублей». Однажды Суворов был приглашен к обеду во дворец. Занятый одним разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина II спросила о причине. «Он у нас, матушка-государыня, великий постник», — ответил за Суворова Потемкин. «Ведь сегодня сочельник, он до звезды есть не будет». Императрица, подозвав пажа, прошептала ему что-то на ухо. Паж ушел и через минуту возвратился с небольшим футляром, а в нем находилась бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавив, что теперь уже он может разделить с нею трапезу. О военных победах генералиссимуса Суворова известно всем. А вот был ли Александр Васильевич счастлив как муж и отец? В отличие от военной карьеры, события на личном фронте Александра Васильевича Суворова оставляли желать лучшего. Ему шел уже 5-й десяток, а мысли о женитьбе не возникало. Гордясь успехами сына на поле битвы, его отец, генерал-аншеф в отставке Василий Иванович Суворов, надумал женить сына.
он вызвал 43-летнего сына в Москву, где и сосватал ему Варвару Прозоровскую. Правда, род Прозоровских к тому времени обеднел. Ее отец дал приданное лишь 5000 рублей. События развивались по-суворовски стремительно. В декабре 1773 года состоялась помолвка, а уже в январе 1774 года сыграли довольно скромную свадьбу. Быстро выяснилось, что Варвара Прозоровская Суворову совершенно не подходит. Александр Васильевич был человеком образованным и увлеченным, в отличие от Варвары Ивановны. Прозоровская увлекалась лишь внешней стороной. При этом до подвигов супруга ей не было никакого дела. Разность интересов была катастрофической. Но в первые годы непростые отношения между мужем и женой не становились причиной серьезных размолвок. К тому же у Суворовых родилась дочь Наташа. Однако довольно быстро Варвара Ивановна к своей пустоте добавила и супружеские измены. Не секрет, что екатерининская эпоха известна распущенностью нравов. В сущности, жена Суворова поступила, как поступали многие скучающие светские дамы того времени. Правда, Александр Васильевич был иного мнения о проступках жены. Он затеял бракоразводный процесс, написав прошение в духовную консисторию. Великий полководец в подробностях поведал о похождениях своей супруги и попросил расторгнуть брак. Развод не разрешила сама Екатерина Великая. Императрица, узнав о том, что Александр Васильевич делится пикантными подробностями о поведении Варвары Ивановны с каждым встречным, вызвала его к себе, вручила очередную звезду и настояла, чтобы Суворов не выносил ссор из избы. Александр Васильевич покорился. Однако через несколько лет Суворов снова пишет прошение о разводе и прямо указывает, что на сей раз рога ему наставил секунд-майор Сырохнев. Буквально через пару месяцев у Варвары Ивановны родится сын Аркадий, которого Александр Васильевич долго не хотел признавать своим. Разрешение на развод Суворову снова не удается получить, но супруги на этот раз разъезжаются. Причем Александр Васильевич установил весьма скромное годовое содержание неверной жене – всего 1200 рублей. И даже заставил отца Варвары принять приданное назад. Дочь Наталью Суворов отдал в Смольный институт, запретив ей встречаться с матерью. Только через 12 лет, в 1796 году, Александр Васильевич признает сына Аркадия и определит его в камер-юнкеры. Судьба Аркадия сложится трагически, он утонет, не дожив до 30 лет. Однажды до Суворова дошли слухи о том, что Варвара Ивановна не прочь вернуться к нему, чтобы жить под одной крышей, на что Александр Васильевич замахал руками и закричал, что третичному браку уже не быть. Суворов так и не простил изменницу и даже находясь на смертном одре, не пожелал ее видеть. Для современной России Суворов, безусловно, фигура ключевая. Это образец русской мечты, воплощенной, сбывшейся. Образец таланта и профессионализма, интеллектуальной раскрепощенности и верности своему предназначению, своей миссии. Он был патриотом и героем века просвещения. Не только воин, но и мыслитель, острослов. Суворов ломал стереотипы, не считался с предрассудками, когда вел свои гроссмейстерские партии во славу русского оружия. Жизнь, полная учений, походов и побед. Это и есть Суворов. Это и есть наука побеждать. Кстати, почти во всех походах Суворова сопровождали ординарцы, казаки. Один из них, Евсей Селезнев, служил при нем особо долго. Ездил Суворов на обычной казачьей лошади, и казачье седло предпочитал всякому другому. Очевидцы рассказывают, что когда после взятия Измаила Суворову подвели богато убранного арабского скакуна, захваченного среди других трофеев, великий полководец пренебрежительно махнул рукой и сказал: «Донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда и уеду». Один из офицеров заметил при этом, что теперь, после одержанной победы, суворовскому коню тяжело будет вести на себе добытые лавры. «Донской конь всегда выносил меня и мое счастье», – заявил на это Суворов. Казаки обожали любимого полководца. На Дону из уст в уста, из поколения в поколение передавались бесхитростные рассказы о великом полководце, его боевых соратников, казаков, ветеранов прославленных походов.
До сих пор в донских станицах можно услышать старинные песни, в которых отражены воспоминания донских казаков о боевой службе под руководством Суворова. «Наш Суворов», «Батюшка Суворов» – так неизменно называли его донские казаки в своих песнях. И, очевидно, не только в песнях. В этом звучала глубокая историческая правда, так как Суворов и русский народ действительно неотделимы.